пакет возьмешь. Это место тоже хорошее, кстати. Хочется. Но я, если что, там. Если ты тут, то я там. А где больше? Там, конечно. Там, конечно, будут садят. А вон там делают за... Ой, я там вот очень хочу сделать. Можно даже позже спросить, какой падик. Попробовать вырвать его. А я с ними влажу. Ты знаешь падик? Да. Можешь попробовать дернуть. Видок отсюда прикольный, да? Да, вообще пушка. А, нет, это все. Ну, кроме бурсика. Пушка, да, вообще. Я думаю, я обе сделаю. Обе? Да. Или ты хочешь что-то делать? цветные куски скучно заливать. с учетом того, что перил в половине мест нету, вниз будет хуже идти мокрыми ногами. Арбузный рай. Как вы хочешь. А почем арбузы? Почем арбузы? 49 рублей килограмм. Вам пакетик нужен? Нет. Я вчера по карте наличными. По карте. На 16 рублей дороже. Просто колханулся. 408. Интересно, а украинские есть? Прошло? Спасибо большое. Там можно посмотреть, там раньше какая-то лодка была вдоль берега стояла, сбоку. Можно пойти просто прогуляться. Давай арбуз сначала съедим, чтобы с ним не ходить. реально настроено. Можно карате тренироваться. Пошок бы уже все. Да там не на чем рисовать. Не на чем рисовать. На камне я не буду, ты чё? Когда очень хочется нарисовать на корабле, ездишь вдоль всего побережья, ищешь корабль какой-нибудь. Здесь нормальное течение, если упадешь, конечно, не унесет, но проблемки будут. Ха-ха. Идешь, что ли? Нормально. Один камень ноги бы не сломать. сфоткаешь? Давай. Куда встать поинтересней? У морды или здесь? А тут, знаешь, выше проще. Давай вот так. Да, скажи сиськи. Сиськи! Нет, в этом случае надо поискать. Давай там еще стану. Может, откуда-нибудь под углом там. А там видно залив, там что-нибудь, корабли, что-нибудь. Ну, я сфоткал, что было. Может, даже подальше, кстати, кусок-то не важно. Важна атмосфера, типа место. Корабль, троллейбус. У-у-у. А что этот вагончик-то сделал? Сегодня пойду. Сегодня пойдешь? Да. А ты не пьешь. А могу бухой с нами пойти. Спасибо перекрестку за ножик. Сейчас и в ногу, смотри. Алло. Я сейчас сзади ногу, давай. Побольше. Какой-то нож. Не очень. Об кусты зацепился. Я только перед тем, как спускаться вас затянул. Под ножом он затянул. Это твои тут, видишь? Какие-то мужики идут. А, вон корабль. Вот проект. Банка хотела выйти из чата. Спасибо. Что-то вроде говорят, они форму там. Не, кончается у нас. Да. Мне кажется, даже быстрее. И ладно, кончается быстрее, он еще и воняет. Просто какой-то санин. Знаешь, как в подъезде, знаешь? Отвечает. Я просто хотел, чтобы быстрее кончились банки, потому что пахнут просто отвратительно. Ну а цвет нормальный, мне понравился. Как цвет, пигмент хороший. Не, реально, цвет нормальный, мне понравился. У них еще прикол. Я вот думаю, аутлайн сделать голубой. Наверное, можно. Наверное, один аутлайн останется. пойдет. Я для жены фоткал, сделал миллион фотографий. Спасибо. Они после конкурса. Я у меня одного ездите, что? Кром. Да. Ой, а это что, райдеры с Уфы подъехали? Ну, стали. Чтоб перед легальщиками. А что ты зверей спас? Зверей? Ной! И ты туда же, да? Знаю. за спиной, только все равно, конечно, жалко, не видно. Посередине леса просто стоит. Чего они там хотели делать, непонятно. Акиря стрелочник. Также.